Духу и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети истили немощи наши и вне Твоей ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему, живи помощи Вышнего, крови Бога Небесного Творица, речет Господи, заступник мой, си, прибежище мое, Бог мой, бывай на него, яко то избавите от все тело, числовеся мятежно, лишь вас своим осенитя и поскреле его надеющийся, урвежем убедитя истина его не боится страха ночного стрела летящего дни, от вещи во тьме приходящего стряща беса полуденного, одет от страны твои, а ты сящает маму десную, тебе к тебе же не приближится, побачи очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не придет к тебе злой рано, не приблизится телеси твоему, яко он и над всем заповедь о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках Господа, да никогда преднящего каменного Твою, на Аспида и Василиска наступивший поперечи два из меня, яко на мя убывай, избавлю и покрию, яко познай имя мое, возобед ко мне и услышу, с ним есть в скорби, изму его и прославлю, одного Твою дни исполни его, и люблю ему спасение мое, слава Твою Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Миром Господу помолимся! Господи, помилуй! В мире все спасение душ наших, Господу помолимся! Господи, помилуй! Спасение все в решении, во блажении, памяти представшихся, Господу помолимся! Блаженнейшего митрополита Владимира, почившую братью святые лавры сия, всех почивших, учивших и учившихся, всех православных, вождей и воинов, жизнь свою за веру и отечество положивших, всех невинно убиенных и рабов Божиих, архимандрита Иоанния, Петра, Марии, Веры, Василия, Феодосия, Владимира, Татьяна, Александра, Иоанна, 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 Татьяна, Иоанна, Яков, Анастасия, Николаев, Елены, Иоанна, Раиса, Юлии, Владимира, Лариса, Сергия, и все здесь не нами поминая, покоя тишины, блаженной памяти, Господу помолимся. Господи, помилуй. И всякое прегрешение, воле и неволе, Господу помолимся. Господи, помилуй. И нужденным пристать у страшного престола Господа славы, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всякие болезни, печали, и воздыхания, и в тени тихие же пресвящая светлица Божия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Когда Господь Бог наш учинит душу,
их вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее, и где же все праведные пребывают Господу, помолимся. Господи, помилуй. Святые кнеты Авраама, Исаака, Иакова, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Молитесь о нам, о всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. И Боже, и Царство Небесное, и оставление веков, и спросив же теми и сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу, Господи, прости, святый, посвятила.
Воины православных христиан,
Благодарение Твоего. И как имел Господу помолиться. Господи, помилуй. Помолиться о Богу и душу собрать рабом Божии. Христо поминаем о блажении, что митрополита Владимира, объедного митрополита Алексея, митрополита Димонта, Будного поставленного бедного воина Василия, но поставленного бедного воина Николая Рабу Божьих, Ольги, Георгия, Анины, Анны, Иосифа, Ксении, Ирины, Параскевы, Зинаиды, Марии, Василия, Анны, Веры, Надежды, Сергия, Аполлинария, Владимира, Павла, Левоя, Мария, Александра, Петра, Максима, Павла, Николая, Игоря, Николая, Анны и всех усопших сродников наших, и о еже проситеся и всякому прирешению, вольному же и невольному. Небесного и оставляю.
Христа бессмертного царя, Его нашего просим. Благодарю, Господи, Господи, помилуй. Я покрись и воскресенье, живот и покой усопших рабов Твоих, письма поминаемых, протоиерея Иоанна, Мартинем, Филофием, Одинцием, Одинцием, Кузьмием, Николаем, Владимиром, Домогом, Борисом, Яковом, всех противопоставленных и преснопоминаемых сотников наших, всех воинов убиенных, всех невинно убиенных и всех ответов усопших православных христиан, Христе Божий наш, и Тебе славу посылаем, все изначально, Твоим во всем святым и благим, животворящим Твоим Духом и Христом, и во веки веков.